Ректор НИУ-БелГУ Олег Полухин встретился со студенческим активом университета, с участниками и волонтерами 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Приветствуя студентов, ректор поздравил их с Днем российского студенчества и рассказал о ближайших знаменательных событиях – 75-летии Курской битвы, столетии создания комсомола и 65-летии Белгородской области. Под сенью этих таких знаковых событий нам предстоит с вами прожить год, который обозначен президентом вот как год волонтерства и год добровольца. Я уверен, убежден, что самое активное участие и первые роли вообще во всех этих мероприятиях будете играть именно вы. А нам будет очень приятно вам помогать и вас поддерживать во всех ваших инициативах, во всех ваших начинаниях, которые вы будете проявлять. Делегаты фестиваля рассказали о своих впечатлениях и об участии в 19-м Всемирном фестивале молодежи и студентов. Многие иностранцы, которые побывали в России, они слышали о русском гостеприимстве, но вот на фестивале они могли это пощупать, да? Потому что так все было сделано, так чтобы понять, как люди в России живут. Это русская доброта. Можно было сходить в любое место и с любым человеком пообщаться. Я практически все дни на фестивале играл в футбол. И скажу честно, сбылась моя детская мечта. Я всю жизнь мечтал играть в футбол под предводительством известного тренера в команде сборной мира против команды сборной Европы. Честно, это не то, что впечатление на всю жизнь, это просто сбывшаяся детская мечта, вот и все. Это ни за какие деньги не купишь, это не приобретешь никак, кроме вот такого масштабного события. Руководители волонтерских организаций университета представили ректору и студенческому активу свои проекты. Был также презентован проект фирменного стиля медиахолдинга НИУ-БелГУ.